Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2 История Сенсея. Так, давай глянем, где мы с тобой остановились. Я немножко пофармил, кстати, купил себе, по-моему, шлем и броню. Я ведь не ошибаюсь? А то вдруг мне это приснилось. Да, ребят, штурманский мундир и также у меня штурманский шлем. Остается купить рассекающее лезвие и ярость палача. Ну, я думаю, что мы как раз с тобой сейчас повоюем немножечко, да? У нас тут еще телохранители Титана. Плюс крейсер нужно допройти. Ну, в принципе, и все. Начнем, наверное, с крейсера, да? Без блоков поражение при падении. Блин, серьезно, что ли? Дайте ее мне, дайте сейчас же. Понятно, если собьют меня с ног, я проиграл. Дайте ее мне. Кого тебе дать-то, придурок? Падальщик, иди вон, жри помойку. Блин, ну ладно, на самом деле все очень даже не смешно, потому что если нас повалят с ног, да еще к тому же у нас блоков нету. Ой, сейчас, наверное, упаду, нет? Это кто такой, ребят? Кто это? Вот кто это сейчас был, я не понял. Кого его там дать? Люлей? По щам? Че ему? Че он просил? Чтобы его быстрее отдуплили? Но он получил свое. Так, друзья мои, землетрясение. Прыжки запрещены. Ты серьезно, что ли? Они, значит, устроили здесь землетрясение. И, ко всему прочему, нельзя прыгать. Они бы еще написали: погибаешь сразу при падении на землю. Вообще идеально было бы. Ладно, он со своими колотушками, уровень сложности изи, так что сейчас я с ним разберусь. Так, он далеко ушел, ну-ка. Да ты будешь делать свой супер... Ладно, так тоже пойдет. Я не пойму, он иногда делает эту огненную волну, но это надо сжать вперед и удар, насколько я помню. Ну, что-то не прокатывает, не шиша этот удар вперед. Ой, так он дубинки потерял, друзья мои. Так, вот это ты зря, парень. Я обычно это не прощаю. Когда в меня бросают свои объедки, это перебор, по-моему. Так, ну что, друзья мои, остается всего лишь 6 стадий. Так, что там, боя... Так, в этом бою земля периодически изрыгает магию. Не попади под ее удар. А вот это что-то новенького. Так, опять у нас тут Франкенштейн недоделанный. А в груди у него этот ядерный имплантант, да? Типа как у Железного Человека. Так, у него булавушки. Проверим его. Вот сейчас он сделал идеально, не надо. Оу, и как раз... И как раз это... Энергия, да? Именно подо мной, не под ним, блин, а подо мной, блин. Вы что, серьезно, что ли? Да хорош! Твою же налево, блин. Пора... Так он достал, ну серьезно тебе говорю. Ну... Перекат. То есть она не очень много наносит урона, но, честно говоря, мешает. Вот это вот пламя, которое из-под земли вырывается. То есть досаждает. Но перекат. Ну почему мы не можем сделать с собой нормальный удар? Блин, а? Вот объясни. Ну, вот а он мне сейчас нужен был? Окей. Я, как обычно, тут кувыркаюсь. А что мне еще делать? Только кувыркаться, ребят, только кувыркаться. Отлично. Так, порвали мы с тобой этого Франки. И двигаемся дальше. Мы зарабатываем в данный момент только чипы, но мне нужны гемы. Так, до сих пор еще легко. Достигни стиль брутал. Да еще нельзя выходить за ринг. И опять падальщик. А тут они все падальщики. Ну, опять ты со своим, да? Как там, язык кобры или зуб кобры? Я уже не помню. Достигни стиля брутал? Говоришь, да? Так я могу и так тебя уничтожить без стиля брутал. Просто взять и убить. Ну, не убить, а выиграть. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Хорош, родной, хорош. Вот и все, вот тебе весь стиль. Ну, потому что, ребята, я прокачался все-таки маленько именно по шмоткам. Поэтому, вот, уровень нормал.
Победа броском в зоне. Уклоняйтесь. Чего еще? Подожди-ка, что написано? Так, в этом бою успешно проведенный бросок в указанном месте приведет к твоей победе. Уклоняйтесь от металки. Да ё-моё, только не броски. Нет, ну серьезно что ли? С этими бросками у меня дичайшая проблема. В той серии, ты помнишь, да? Это я просто урезал. А сколько я там пыхтел, чтобы сделать этот бросок. Ну, понятно. Я больше уверен, что он еще здесь и не один должен быть, этот бросок. Да хорош ты, чепушила вонючая. Так, может, хватит уже? Блин, он не дает, ребята, даже взять себя. Правильно, подсрачник, только от этого толку никакого. Твою ж налево. У меня даже не получается это уклонение, блин, суперское, которое должно срабатывать. Вот у него броски идеально выходят, а у меня нифига. Но предположим. Ну как тебя бросить-то, паразит? Это ж как должно, блин, ребята, фартануть, чтобы я его схватил и повалил. Тем более с моим управлением. Да, вот тебе и фарт, друзья мои. Все зависит от того, что кнопки. Кнопки, они откликаются очень запоздало. Очень запоздало. Так, стены с шипами, поражение при падении. Да что же вы за условия-то такие делаете? Стены с шипами, нельзя упасть, офигеть. Будем драться. Опять этот Франки у нас. Электрическая мразь. Сейчас будем валить. Но куда ты? Опа, понял. Есть контакт, я ему зарядил. Давай, так, нижний удар. Еще, ать. Бросок получился, когда он не нужен. Очень интересно. Так, ну что, первая победа за мной. Активироваться будет парень, нет? Скорее всего, будет. Так, поехали. Нет. Ага. Так, значит, он на шипах может спокойно, да? Чувствует себя. Поехали. Ага, захотел чего. О, родной, по-моему, все. Песня твоя спета. Подсрачника получил такого смачного. Ну что же, а мы с тобой двигаемся дальше. Тут осталось всего лишь три уровня. Так, поражение за рингом. Да лучше здесь читать. Так, если я выйду за границы арены. К тому же, магия твоего противника заряжается очень быстро. То есть намек, да? Парень, держись в центре и не давай ему использовать заклинание. Все, я понял. Уровень сложности легко, так что я думаю, этого подарочка мы с тобой разберем так же быстро. Ну-ка. Окей. Вот это вот надо быть, ребята, аккуратно, потому что сейчас он меня хочет загнать, что ли, я не понял. По-моему, так и хочет, да? Загнать меня за край ринга. Вставай давай, чепушила. Все. Поцеловался с пяткой. Продолжаем разговор. Оу-оу-оу! Ты хорош такие фокусы-то делать. Тень. Это же опасно. Кто-то говорил, почему я не использую вот это. Ребят, ну вот, использую. Нравится? Твою же... Налево. Ну, спасибо за бросок-то. Кстати, да, этот, ребята, мундир, который на мне одет, у него есть восстановление ХП. И, слава богу, срабатывает это более-менее нормально. В отличие от другого там чего-то. Так, ну что же, двигаемся дальше. Так, опять, как всегда, звонят в ненужный момент. Ёлки-палки, хорошо, что бой закончился, да, друзья мои? Так, убывающее здоровье, регенерация в указанной области. Вот это я люблю. Вот это я люблю. Потому что здесь никаких условий особых нету, да, там. Упал, проиграл, там, на шипы упал, там, или еще что-нибудь, там, отравили, магией забомбили. Тут просто валишь... Ага, у него такие же дубинки. Просто валишь противника. Так, он отхиливается, да?
Не, ну вот это, конечно, бесявый. Бесявый вот этот удар, меня он раздражает, если честно. Во-первых, урона наносит не очень много. А мы и так не очень много наносим урона, да? Так, моя очередь. Добивать. Ать. Есть. Прям в прыжке. Он прыгал, а я ему по хребту. На! Лопатой. Засели мелкий. Ну, давай. Тихо, тихо, родной, успокойся. Ну-ка, нюхни газку. Понятно. Воу-воу-воу-воу, понеслось. А шлем, ребята, у меня идет с возвращением урона. Так. Слушай, а он такой прыткий чувак, смотри-ка. На, добил. Ну что, последний, по-моему, бой у нас с тобой остался. И пойдем уже на телохранителя Титана. Какие условия? Так, 5 боев. Блин. Смотри, брат, человек-тень. Какой чудесный аромат от него исходит. Хватай, время пира. Угу. Время пира. Давай посмотрим. Так, они все. Все собрались, да, попировать. Ну что, друзья, наша цель — выжить здесь. Причем нам будут давать разные виды оружия. Ну, надеюсь, хотя бы броня останется моя. Потому что со своей броней есть еще какой-то шанс пройти. Да, ой. А с этими кувалдочками я вообще не знаком, если честно. Тихо. Поехали. Блин, как же я ненавижу тяжи, а, друзья мои. Кто бы знал. Просто ненавижу оружие. Ты не образил, да? Сыч. Твою налево, блин, пока замах сделаешь, пока. И самое главное, что нужно держать его на определенном расстоянии. Я не могу его пробить. Ну что это? Ну-ка. Ну хотя бы так. Поехали. Нет, что это? Понятно, это была его ульта. Но она беспонтовая. Ладно, с горем пополам я этими дубинами его разбомбил. Дебильное, если честно, оружие. Значит, мне должны, по идее, здесь дать копье. Что там еще есть? Электрокинжалы. Наверное, будут и... Наверное, будет вообще без оружия. Поехали. Тихо. Все. А, только ногами. Жму на руку, думаю, что за... Ладно, будем... Так, поехали. Давай. Ну, блин, естественно, бросок, конечно же. Хорош. Куда ты там побежал, ага. Ну что, ребят, подсечку, говорю, делай. Трындец, блин, тупо. Я офигею, я, ребят, говорю, с этим управлением дебильным. Когда тебе нужно сделать подсечку, он делает обычный удар. Когда сделать нужно обычный удар, он делает еще что-нибудь. Я не знаю, этот отклик, это, конечно, тебе не на мобиле играть. Но все равно. Жестко. Хотя кнопки все расставлены. Я не знаю, почему такой отклик офигенный, с такой задержкой идет. Так, что у меня? О, булавы, а у него дубинки. Давай посмотрим, я с булавами... Ну, неплохо для начала. Газку. Поехали. Я не понял, а что надо... Слушай, я условия не почитал. А что я не так сделал? Я что-то не то сделал, блин. Так, ладно. Тут условия у нас считаются как? На паузе, верно? Верно. Так, ладно, с этим подарочком я разберусь. Довольно легко. Так, 5 бы... Понятно. По случайным правилам. Какие правила? Вот ты мне объясни. Здесь, значит, вообще никаких правил нету, да? В плане. Они хоть прописываются? Они не прописываются, эти правила. Ну, здесь я хотя бы могу догадаться. Да, ребят, здесь мы деремся в теневом режиме. То есть не в теневом, а иногда наступает темнота. Что не есть хорошо, блин. Ни черта не вижу, что там происходит. Так, он уже брутал стал, да?
Так, у нас с тобой есть отхиливание действует, поэтому я все здоровье себе восстановлю. Попробуем травануть. Нормуль. Где он там? Есть, я его подбил. Ладно, здесь все ясно. Но там-то что было, я не понял, почему я там проиграл. Я ударил чувака, и все, и фейл. Елус. Может быть, не надо было стоять на земле. Точно, скорее всего. Надо смотреть обязательно, ребята, по сторонам. Возле своих этих хпшек. Так, здесь, наверное... Блин, двое с дубинами. Вообще никаких условий, ребята, нету. Тут же можно проиграть... А, я понял, здесь не уйти за ринг. Да хорош. Нет! Чё? Это что сейчас было? Это была ульта, верно, друзья мои? Я так понимаю, это судьба, это как там она называется-то? Есть. Ну-ка, траванем. Добить, добить, говорю. Готов. Блин, здоровья маловато. Ладно, сейчас немножко подхилимся с тобой. Так, следующий гаденыш. Типа богомола какого-то. То есть, догадывайся сам, да? Про условия. Да ну хорош, вы что, специально что ли мне дали это говно в руки? Вы издеваетесь, блин. Ладно. Так. Нет. А почему? Я же хотел же бомбануть его. Что, не получилось, что ли? Так, он там отхилится, да, в этой зоне же? Травим. Окей. Глупо. Все, распластался. Остается еще два падальщика. Франки и опять это рыба-молот. Так, с Франки какие условия? Надо смотреть обязательно, ребята, по сторонам. Опять я в рукопашку. Надеюсь, там... Блин, опять удары ногами только. Хорошо. Ну. Окей, окей, окей. Понял. Твою ж налево, не успел. Да, блин, ты будешь, блин, подсечку-то делать. Ну что, как... Есть. Ну что, последний бой остался у нас с тобой. Последний. Сейчас какие-нибудь супер-пупер условия. Зауженная зона, землетрясение, шипы, небесный огонь, апокалипсис, наводнение, блин. Так, что? Мне дали дубины, ладно. Так. Серьезно, что ли? Эй, да какого хрена, блин, он... Предположим. Я ни черта не вижу, ребят. Блин, нажимаю кнопку просто и все. Тупо на одной кнопке играю. Твою ж налево, по щам получай, как этот. Так, давай попробуем так сделать. Не сработало, да? Все. Все, 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 все. Хватит с этими испытаниями. Время прибраться. Прибрались. Фу, вдохнули, выдохнули. Крейсер пройден. Ну что, друзья мои, остается идти на телохранителя. Не боишься? Странно. Будь ты посмелее, тень, то стал бы мной. Разве ты не замечал, что люди преклоняются пред тобой? Это же очевидно. Дети мясника увидели во мне мессию. Того, кто покажет им жизнь без осуждения и морали. И там, где ступит моя паства, прольется кровь. Да? Вот так вот, с дубинками с этими. Хорошо, хорошо. Значит, ты медлительный парень. Гуру. Даже так? Походу дела, он с территории мясника, раз он о нем заговорил. Да, друзья мои? Опа! Что-то нежданчик был какой-то для меня. Поехали. Не-не-не-не, не то. Ждем. Так, получил по сраке? Куда? Что-то вообще не то. Ребят, сделал вначале... Опа, а вот что это такое? Оу. Вот он даже что может делать.
Оглушать. Так, это, ребята, нежданчик для меня. Твою налево. Что, каждый удар будет теперь у него срабатывать на оглушение? Здорово. Так, он еще и отхиливается. Серьезно, блин. Ядрить, макарить. Это парни, ребята. Это серьезный бой. Тут шутки не прокатят. Так. Меня интересует, знаешь что? Почему я наношу ему так мало урона? Прокачка фуловая. Фуловая. У него сразу отхил. Сразу же отхил врубается. Ну-ка. Понятно. Блин. Так, ну у меня, в принципе, тоже, ребята, есть хил. Плюс возвращение урона. Может быть, как-нибудь. Как-нибудь. У нас, знаешь, все время на авось, да, как-нибудь. Вот если не вот это вот оглушение дурацкое. Да, с оглушением, конечно, круто. Так, попал, да, все-таки по нему. Так, ну что, бросок будем делать сегодня ему, нет? Так, осталось немножко, ребят. Давай перекатик. Есть, да? Пригвоздил. Ну что же, 1-1. 1-1. Ну, гуру, а. Вот он как начал. Отойди отсюда. Есть. Так, ну-ка. А, у него отхил врубился. Буду зажимать. Ну. Окей. Куда-то вырвался парень. Окей, добиваем. Все. Был гуру и не стало его. 50 гемов, этого мало. 50 гемов, этого мало. Подумай хорошенько, тень. С каким потенциалом за тобой пойдут целые народы? Мы можем возглавить огромную семью. И я буду ждать. Жди, и не дождешься ты ни шиша от меня. Так. Следующий у нас телохранитель идет сложный. Я ответил на зов океана, и он подарил мне свободу делать то, что захочу. А того, кто встанет на пути, я скормлю морскому дьяволу. Оса была слаба, и ее флот отныне мой. Когда на горизонте мелькает черные паруса, люди знают, что в их город идет смерть в моем обличии. Ну так надо уничтожить тебя, гад ты этакий. Террорист фигов. Уничтожает города, да? Я позволить этого не могу. Корсар. Но у него винтовка, блин. Что, сейчас будет бомбить, что ли, из нее по мне? Да ладно, серьезно, что ли? Да, он что там собирался пукалку свою врубить. Ого! Вот он как умеет делать. Ладно. Так, у него очень быстро должна копиться энергия, потому что у него... Короче, ребят, дурацкие эти прыжки меня достали. Просто бомблю и все. Так, подожди, а что это у него? А если так? Окей. Ну. Сейчас кольнет, да? Воу. Не кисло, парень, не кисло. Пробил. Вот это вот дурацкий прыжок. Нахрена он вообще здесь сделан? Вот нахрена, если ты начинаешь бить врага, ты же не будешь стоять на другом конце экрана и делать вот этот вот супер прыжок. О-о-о. Вот смотри, вот, вот нахрена вот это вот сделано? Я не понимаю. Если вот такой вот просто обычный, обычный удар есть. Да, тут я что-то начинаю хандрить. Все-все, дыхнул газку. Понятно, началось. Все, парень. Расслабься. А почему это он по мне попал? Я вроде нажал первый на удар ноги. Понятно, он что-то слишком шустрый. И он, кстати, без оружия дерется почему-то намного сильнее. Но я его все равно ушатал. Так, минус корсар. Значит, что у нас с тобой остается? Океан не прощает ошибок, и теперь мне предстоит загладить перед ним свою вину. Кровь невинных.
Такой победы ты хотел. То есть я его разозлил, да? Он психанул. Сложно. Кто у нас тут? Император. На колени, узри владыку, что правит железной рукой. Когда голова Сёгуна лишь коснулась земли, я взял его царство себе по праву сильного. Быть добрым, тень. Да если дать людям волю, они разрушат свое же государство. Ты такой же, как и этот сброд. И я ненавижу тебя за это. Окей. Ты можешь ненавидеть, но, по-моему, тебе кранты. Он с этим зубом кобры. То есть готовимся к тому, что он будет меня издалека еще бомбить. Слушай, а мне все равно не хватит, по-моему, купить себе магию. Ну-ка, поехали. Окей, первый удар был за мной. Есть тудей. Оу-оу-оу-оу, тихо-тихо-тихо, родной. Предположим. Что у него там за перки активируются? Для меня они непонятны. Ага, поглощение брони. Поглощение урона, ё-моё, не брони. Слушай, он мне чем-то напоминает Сёгуна. Такой же пройдоха. Окей. Так, а если я? Да ладно, еще вампирик у него активируется. Да серьезно? Поехали. В плане, ты такой шустрый. Я, главное, сразу после комбы врубаю на удар ноги. Нифига ты. Вот это он подлавливает меня, друзья. Тихо, не надо. Твою налево. Хорошо, отхил работает. Поехали. Еще раз. Окей. Все. Моя очередь. Поехали. Есть контакт. Так, ну что, ребят, первый раунд за мной. Агрессивный чувак. Короче, не надо лишних телодвижений здесь делать. Просто бомбишь его и все. Так, попробуем. Ай-яй-яй. Так, не надо шутковать больше. Да, у него, ребят, как у Сёгуна, поглощение урона идет. Я уже это заметил. Понятно, конечно, подрезаешь. Оу! А вот это плохо, друзья. Фиг, это что он сейчас такое сделал? Как ты умудрился, гаденыш, такое вытворить сейчас? Поехали. Да ладно, ты хочешь сказать, что ты пули непробиваемый, что ли? Не пойму. Да, со здоровьем, конечно, у меня тут все печально. Будем честны. Но если бы не поглощение его, конечно, бы он уже, наверное, в плане не успел. Эй-эй-эй-эй, какой вампирик, нафиг. Хорош. Да хорош, ты достал уже со своим этим. Давай травить. Все. Щегол, блин. Еще будет тут выпендриваться. Так, друзья мои, ну что, Титан там запоет песню свою? Ах ты пес, только попробуй заявиться в мое царство. Мои вассалы вмиг снимут с тебя шкуру. Какая сила. Наблюдая за тобой, я не мог предположить, что тебе покорится твоя темная половина. Но ты превзошел мои ожидания. Твоя сущность принадлежит мне, как и врата, что ты открыл. Она проложит мне путь в тысячи миров, где нет места героям, что их оберегает. Ты пришел на зов сердца и угодил в мою ловушку. Ты потерял тело, но обрел силу ходить меж мирами. И скоро она станет моей. Ты преисполнен ярости и ждешь нашей схватки. Но в последний раз я хочу увидеть, на что действительно способна чистая темная энергия. Мэй! Я слышу вас, господин. Как она сбежала? Голубцы, неужели вы думали, что шайка грязных оборванцев удержит меня? Их кровь на ваших руках. Мерзавка. Успокойся, девочка. В качестве прощального дара я привела вашего дружка, Сайфера,
а за упрямство, тень, ты получишь награду. Бой со мной. Титан принимает мой вызов. Так, секунду, я должен с Мэй драться? 271 гем у меня. Мне хватит, чтобы приобрести... Там 360, по-моему, да, нужно? Да. Тут 340. Я не знаю, ребят, хотелось бы, конечно, гем это заработать. Но давай вначале глянем. В бой. Ага. Я же знаю каждое твое движение. Я видела все твои бои. Как ты собираешься меня победить? Честно говоря, пока не знаю. Посмотрим, на что способна Мэй. Даже уровень сложности неизвестно какой. И что у нее там будет? Ой-ой-ой-ой, тонфу, это плохо. Так, спокуха. Да хорош! Шустрая гадюка. Опа, вот это нежданчик был для меня, если честно. Поехали. Так, а у нее отхил тоже, да? Какой там отхил? У нее там... Отхил, причем... Ага. Так, это уже... Это уже наглость. Да хорош, блин! Да что за дела-то? Я не понимаю, что творится-то? Я офигею, блин! Ну-ка. Давай, сразу, сразу, сразу делай! Понятно. Бесполезная фигня. Блин, да ты достала, мразь, блин. Может, хватит уже тут отхил-то? Навешал-то на себя. Ты посмотри, сколько у него хила. Действует сразу же. Да еб твою медь. Поехали. Так, меня дерево сейчас спасло в данный момент. Опять начинается, да? Где ты, мразь? Так. Сзади, понял. Ребят, с ней особо тут не зашутковать. Фух. Я надеюсь, на втором раунде никакой там супер-пупер активации не будет. Ее супер-ударов, ее супер-заклинаний. Поглощение брони, да, активировала? Ну, естественно. Хорош. Что это было? Так, это мне что-то до боли знакомо. Это что, титан? Я вообще ничего не успел сделать. Просто ничего не понял я ни хрена. Слушай, по-моему, мое заклинание здесь вообще полное говно. Посмотри, что происходит. Меня бесит то, что у нее очень часто активируется отхил. Причем очень... Угу. Да может хватит, блин, а, ублюдина. Поехали. Получила, да? Отлично, так. Есть. Контакт. Хорош. Чё ж такое... Блин! Ну! Да шлепнуть ты ее можешь, в конце концов-то. Вот прям вот здесь, вот ушорка ее. Есть. Все, Мэй. Спасение. Так, 70 гемов в плюсе. Шикарно. Нет, нет. Что происходит? Где я? Как я здесь оказалась? Дыши глубоко. Титан похитил тебя, но тень бросился в погоню. Возьми себя в руки. У нас еще будет время поговорить о том, что случилось. Что? Что я наделала? Наш враг оказался куда коварней, и в этом нет твоей вины, но довольно разговоров. Ты должна уходить, пока не поздно, назад, в мир людей. Но как я могу оставить тень одного? Иди, это его выбор. Тень пришел освободить тебя, мы же. Мы поможем положить конец всему этому. Действуй, тень! Твой мир стоит на краю пропасти, тень. Он существовал веками, не ведая, что участь его уже решена – стать плотью и кровью новой империи. И когда ты падешь, я дам тебе время, чтобы увидеть финал этого мира
и рождение нового, чистого, дикого, бескрайнего моего мира. Титан принимает ваш вызов. Друзья мои, я могу купить себе супер ульту, потому что, ну, 360, мне не хватает. Давай сходим с тобой на один поединок, это в инкубатор. Этого мне хватит. Конечно, мне бы еще хотелось бы поменять сюрики свои. Что это за фигня? Не сюрикины, одно название. Так, изумруд. Я здесь, ребят, проходить полностью не буду, наверное, да? Нам нужно совсем чуть-чуть. Так что я думаю, этого будет достаточно. Что такое, я не понял. Так, первый бой за мной. Да тут все легко, в принципе. И когти эти, это не помеха. Оу. Хорош парень, может быть. Ать хотел прыжок сделать. Ой, зачем раскрылся? А, он сам себя убил. Убил через повреждение мне. Берил. Берил. Опа, все. Вот это вот, конечно, по земле фигня бесявая. Да ты достал уже все-таки. Так, нахлобучил. Ну, поехали. Я уже, ребята, понял. Здесь не выпендривайся, просто бомби. Я не знаю, как с титаном я буду сейчас драться этими пукалками. Ну, посмотрим, посмотрим. Сейчас накопим с тобой определенное количество гемов. А там уже будет видно. Ну, что у меня стоит? У меня стоит отхил. У меня стоит возвращение урона. Сейчас мы с тобой получим вот эту вот супер магию палача, да, я так понимаю, это циркуляра, которая по земле двигается и наносит. Я не знаю, какой урон будет получать титан от этого. Посмотрим, опять же. Так, ну, мне говорили прокачать серпы, но я, видишь, пошел наперекор всем. Я оставлю, наверное, эти дубины. Хотя на самом деле они мне не нравятся. Вот хочешь верь, хочешь не верь, они мне не нравятся, эти дубины. Какие-то однотипные. Вот такой вот дурацкий удар. Либо такой, либо вот такой вот. Но все равно это полная чушь. Что, продышался, прокашлялся парень? Я еще с тобой не закончил. А вот теперь все. Так, последний бой, да, у нас с тобой будет? Или... А, все, я выиграл. Так, друзья мои, ну вот теперь нам хватит с собой приобрести палача этого, как там называется он? Ярость палача. Покупаем. Тут же сразу же прокачиваем по полной программе. Вот, не хватает только мне рассекающего лезвия. Слушай, ну кровотечение. Кровотечение. Все, я дальше прокачаться не могу. Вот точно тебе скажу, что дубины эти ни за что бы не стал брать. Вот, может быть, прокачал бы зуб кобры по полной программе. Как бы неплохо, в принципе. Вот эти прокачал бы, но опять же, смотри. Если я прокачаю, они все равно будут хреновыми. Кто-то говорил, бери пластинчатый меч. Типа, тоже неплохо. С эффектом кровотечения. Видишь, эти дубины у нас вообще без какого-либо эффекта. Можно взять, попробовать, ребята, прокачать. Сколько у них? 1357. А здесь тоже 1357. Так что, как бы, можно попробовать, да, все-таки надеть. Ну что, рискнем, друзья мои, глянем, как это все будет выглядеть. Что это за титан? Почему его так все боятся? Фу, так, подожди, у нас тут, по-моему, еще, да, гемчики где-то завалялись. Забираем и отправляемся. Титан, значит. Угу. Вот он. Окей. Но. Ё-моё. Нифига он здоровый такой. Что? Это что было? Эй-эй-эй, погоди, я ничего не понял. Не надо. Я попадаю хоть? Попадаю. Да иди ты. Ага. Что-то как-то...
Что он там делает? На лжбан, что ли, хочет? Успокойся. Фига ты. А можно сделать эту? А как ее сделать-то? Че он такой жирный-то? Ё-моё. Хорош! Ну. Опа. Так, друзья мои, первый раунд за мной. Че там на втором раунде будет? Жестко лютовать, да? Посмотрим. Поехали. Ой. Оу. Серьезно? Да хорош, я даже ничего не успел сделать еще. Что происходит? Оу. Подожди, я не могу понять. Я урон не... Че он делает, блин? Че за защита на нем стоит? Хера себе. Эй, тихо, подожди, я... Ни хрена не помню. У него стоит защита какая-то, активируется. Так, а если мы, предположим, с тобой сделаем вот так вот? Ты серьезно, блин? Ёпрсоте. У него еще и вампирик. А что с ним надо делать-то? Да ну. То есть вот так вот прессовать его? Его бросок. Бросок на него не действует, понятно. Ой. И он все себе хп восстанавливает. Серьезно, что ли, блин? А где мое отхиливание? Скажите ко мне на милость. Где мое супер, блин, лечение? Нет, по-моему, надо брать дубинки, друзья мои. Не уверен, конечно. Ой, а что я стою-то? Блин, у меня здоровье восполнилось. Хера он чудило. Еще ржет паразит. Так, а я же могу стрелять издалека, да? Я совсем про это забыл. Так, отходим. Попробуем бомбануть. Бомбанул нафиг. Надо же, хил сработал. Ну-ка. Ну, пинай его, пинай. Нет. Так, продолжаем. Продолжаем, блин. Я не могу на него ничего повесить. На него вообще хоть работает что-нибудь? Так, лучше нафиг отходить. Зачем ты эту чушь эту... Но копим энергию, ребята, копим энергию. Активируем. А, развернись. Ну ты... Псих, блядь, недоделанный. Есть, так, 2-2. Фу, а сейчас еще круче, да, будет? Сейчас еще будет жестче. Или что? Погнали. Нет. Да ёб твой медь, блядь. Охуенно, блядь. Просто чпок-чпок и все. И обосрались мы в сандали. Заново, конечно, ёпта, что тут делать? Придурок детства, блин, а? Блин, я же хотел дубинки взять. Ладно, фиг с ним. Дубинки эти. Попробуем еще разок. Что-то я ни разу не видел, чтобы, друзья мои, на него отравление повесилось. Вот не увидел я этого и все. Твою налево, блин, что он делает? Че ты? Бля, опять за свои вот эти вот непредсказуемые удары. Но у него броня и здесь, если честно говоря, срабатывает. Вот попробуем. Танцор, блин, диско. Во, да неужели, неужели повесил, друзья мои, отравление. Сбил, да? Ногу сломал. Поехали. Не выпускаем его из этой фигни. Блин, он головой отбивает. Так, пробуем. Успел. Успел, блин. Да ты заколебал, паразит ты вонючий, со своим вампириком. Вшивая гнида, блин.
Все ХП себе восстанавливает, блин. Ну как так может быть, блин? Ну как, блин? Эй, блин. Тварь пустоголовая, ну. Предположим. Я его бросить не могу, понимаешь? Ногами его там в углу, блин, забомбик ядрени фени. Не выпускаем этого козла. Все, потух. Фух, 1-0. Так, ждем лютости. Слушай, почаще надо применять вот эту вот циркуляру. И в принципе, друзья мои, будет нам счастье. Чё ты, блядь, делаешь-то? О! Ага, думал, сейчас зажму. Зажал, блядь. Ну! Да чё ты, блядь, делаешь-то? Ну, тут дуралей, блядь. Оп, оп, окей. Как? Вшивай ты говно, как ты меня схватил? Сейчас еще и поймай, да? Не. Не поймал. Поехали. У меня вампире главное появляется, но... Давай его коленкой нафиг. Помнишь, в тот раз мы его... В тот раз была ошибка. Да что ты делаешь, тень, блин? Ну? Да ты можешь, блин, добить его. Е. Друзья мои, я в одном, блин, у меня аж рука трясется. Так, в одном этом шаге от победы. Какой хрен ты? Трындец, так, отхил. Отхил у меня сработал, ребята. Отхил. Да что ты, блядь, делаешь комбо? Ну нахрена ты делаешь комбинацию, блядь? Бля. Вали. Бьем его здесь, ребят, пока. Побили, хватит, да? Поехали. Ты будешь делать, вот. А чё? Да не надо, блядь, делать комбинацию, когда она нахрен тут не нужна, блядь. Придурок ты. Теневой, блин. Есть, ребят, отравление. Отравление, ты понимаешь? Ну! Так, заклинаха. Вешай, ой, используем. Ну. Твою мать, ну как ты, сволочь, это сделал? Ну как он сделал, там, пидор, блядь. Так. Твою же задницу, а. Иди нахер! Чмо болотное. Да ты серьезно, блядь? Да ну, друзья, что за фигня происходит? Ну что это происходит? Вот объясни мне сейчас в данный момент. Ну, естественно, херня это происходит. Так, может получится, а? Ну? Так, меня что там спасло? Дерево ли? Жесть. Я не понимаю, что происходит, ребят. Я просто не понимаю. Я все делаю то же самое. Я стараюсь, я пытаюсь, я пердак себе так напрягаю, что... И ничего не получается. Ни перекаты, ни хераты. Он делает эту комбинацию дебильную, когда она не нужна. О, давай. Давай хотя бы заклинаху, что ли. Вот. Жучим его, жучим. Бум, с удар головой, естественно. На тебе, паразит. Что? Ну что ты там делаешь? Что ты вот там придумываешь? Получил? Это я, по-моему, получил, ребят. А если заклина... Не. У него щит. У него был, блин, щит. И все, и... Все здоровье, да, себе восстановил? Ну, понятно, ребят. Все, тут я не знаю, это без... Когда вот такой еще... Когда еще такой будет шанс?
Когда я еще смогу... Да ты достал, блин, придурок, блин. Ты щит-то не слишком ли часто стал, блин? Я не знаю, ребят, я умываю руки нафиг. Бля, у меня уже все, блин. Так, давай попробуем с тобой взять дубины. Я не уверен, конечно, что от них будет какой-то тут. Не удивляйся, Тень, вы, люди, живете в спешке. Но я знаю цену времени. Твои друзья и враги сейчас, они не видят и не слышат нас. Я остановил время, чтобы ты вдохнул полной грудью. И я дарю тебе один шанс. Да, шанс ты мне даришь. Блин. Чё-то я как-то не уверен, что эти дубинки мне помогут. Серьезно тебе говорю, я не уверен в этом. Это бесполезно там стоять на расстоянии и махать этими дубинками. Потому что мы все прекрасно знаем, что у него есть щит. Тут хотя бы была возможность повесить на него отравление. Ладно, посмотрим. Блин, так хорошо ты шел. 2-0 и на тебе. Три попытки сфейлил. Короче, лучше вначале делать кувырок, потому что он обязательно какой-нибудь... Да, тут он меня... Так. Самое главное, что он, этот гад, не падает, понимаешь? Мы вообще урон-то хоть будем наносить сегодня или что? И там, блин, урон. Куда ты? Иди нафиг. Ломай, да, мне коленные суставы. Хе-хе-хе. А что? Такого не должно было быть. Да еб твою мать, ну. Чё ты чудишь, Тень? Ну, допрыгали с кузнечиком, блядь. И это только первый раунд. Еще и оружия нет, не выбил. Что это? Ну, вообще шикарно. У него еще какая-то новая фигня появилась. Доселе мне неведомая. Ты успокоишься или нет? Говна ты кусок, блин, а? Уходим. Дерево мне. А что с ним? Что с ним случилось? А что, ребят, случилось-то? Погоди, а что произошло? Что случилось, друзья? Я не понял, я победил. За счет чего? Что-то он там выключился, вырубился. Что с ним вообще случилось? Сломался он, что ли? Может быть, время там кончилось? Я что-то не посмотрел, если честно. Ага. Ха-ха. Захотел на лжбан взять меня, не тут-то было. Иди нафиг. Поехали. Окей. Ёб твою мать, как ты поймал меня, засранец вонючий? Нет. Блин, почему да-то? Ну! Да развернись ты, пожалуйста, тень. Так, в щит, что ли? Что происходит? Что там делается? Делается херня полная. Че, я попал под удар? Дерево мне спасло, да? А если так? У него броня. Е! Ух. Так, друзья мои, блин, ну, что-то он вообще, он непредсказуемый. Он непредсказуемый. Так, че, попробуем перехитрить его. У него сразу же хил врубился. Хил, еще там что-то. Да что такой агрессивный-то, блин, сразу становится-то? Пипец. Ёпта. Я охерею, он какой-то неадекват, блин. Он просто мне не дал шанса сейчас. Просто не дал шанса мне. Вообще что-то сделать здесь. Еще раз пробуем. Ну. Слишком много щитов, гаденыш, у тебя. Да сдохни. Ты достал одним и тем же ударом, гад, делать. Ну. Выбился, да?
Вот этот удар, блядь, самый бесявый, который он делает. Ногами его нафиг надо. Тут надо постоянно крутиться. Я, ребята, уже понял. Тут надо постоянно, блин, крутиться. Тут, по-моему, не варик стоять спереди. Вот так вот, видишь, что он тут творит. Ну, ёптать. Чё, всё? Мои суперудары уже не действуют, да, на Титана? Да ты посмотри, что он тут вытворяет. Ты просто полюбуйся. Ты просто полюбуйся. Псих недоразвитый. Раздавил. Ну чё, ребят, последняя попытка у нас с вами. Я не знаю. Как его ещё, блин, тут бомбить? Просто не знаю. Сразу же, да, начинается. Пробуем, что ли? Блин, ну почему я щит активирую во время... Ой, щит. Суперудар активирую, когда у него щит. Да заткнись ты уже, да... Я налево сделал еще хуже для себя. Нет. Нет, ребята. Ни хера не получается. Это третий раунд, это... Ну, смотри, он все время в щите. Все время в щите. Как я должен его победить? Ну как, блядь? Ну есть что-то... Вот какая-нибудь мысля, как его можно победить? Он постоянно, блядь, вампириком, он сразу себе восстанавливает здоровье, блядь. Щит этот поганый, его навешается. Короче, ребят, давайте мы, наверное, остановимся на этой ноте. И у меня нервов уже не хватает на этого идиота, блин. Не знаю, может быть, мы с тобой возьмем все-таки клык кобры и будем бомбить им. И еще хочу я, конечно же, купить себе, накопить и купить. Правда, наверное, от этого будет мало толку. Ну, на длинной дистанции, может быть, есть возможность вызвать у него кровотечение. Хотя вряд ли это получится. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.